Михайлов отдавал мяч Алексею Сапогову, которого без всяких вопросов толкнули в спину. Сам пострадавший и взялся исполнить 11-метровый. И на этом везение голкипера Миланченко закончилось. 1-0 – это то, чего ждал весь стадион. Заработал, пробил, как бы уверен был в себе и... Ну, просто и хотел исправиться за нереализованное. Тем более, сам и заработал, как бы. Уже забивал в этом году. Скажи, пожалуйста, а что за девушку ты поцеловал, когда праздновал гол? Да, понятно. Честно, не знаю. Ну, какая-то подошла. Ну, наверное, болельщица Волги.